Компания «Рамедиа» по заказу группы компаний «Эпотос» представляет установку объемного аэрозольного пожаротушения «Торнадо» на базе генераторов «ТОР» в фильме «Огонь и вода». Согласно древней философии, огонь и вода – это два первоэлемента природы, две враждебные стихии. С древних времен и до сегодняшних дней вода использовалась человеком для усмирения огня. Использование воды – самая древняя технология пожаротушения и в наши дни является самой широко применяемой. Однако, бывают случаи, когда применение воды является весьма затруднительным и малоэффективным. Как ни странно, один из таких случаев – это тушение пожаров на речном и морском транспорте. Согласно последней статистике, в мире около 20% уничтоженных кораблей – жертвы пожаров. В России только в Северо-Западном федеральном округе с 2008 по 2012 год тушить пришлось 82 пожара на речных и морских судах. Большая часть этих пожаров произошла в доках и на стоянках. Почему это происходит? Ведь рядом с пожаром, буквально в 2 метрах, имеется неисчерпаемый источник воды. Казалось бы, возьми эту воду и потуши пожар. Однако, не все так просто. Здесь вмешиваются 2 фактора, блокирующие это простое решение. Фактор первый. Скорость распространения. Пожар на корабле распространяется молниеносно в силу конструктивных особенностей судов. Низкие потолки, узкие проходы, металлические перегородки, легко пропускающие температуру в соседние отсеки, вентиляционные люки и шахты, полые конструкции с горючим теплоизоляционным наполнителем, быстро воспламеняемые лакокрасочные покрытия и отделочные материалы. Все это приводит к тому, что пожар за 10-15 минут быстро набирает силу и охватывает уже 100 квадратных метров. За 30 минут он охватывает уже все этажи многопалубного теплохода. Для борьбы с таким пожаром требуются уже тонны и тонны воды или пены. Фактор второй. Потеря плавучести. Использование воды приводит к быстрому наполнению трюма, постепенному крену и, как результат, к полному уходу на дно всего того имущества, которое мы так активно пытались спасти. При использовании воды необходимо постоянно ее откачивать, что значительно усложняет задачу, а во многих ситуациях является просто технически невозможным. Вывод простой. Классические методы здесь неприемлемы, нужны новые технологии в пожаротушении. И такие технологии уже существуют. Среди новых технологий пожаротушения, созданных специалистами за последние десятилетия, можно выделить несколько наиболее эффективных и проверенных многочисленными испытаниями. Установки тонкого распыления воды. Установки порошкового пожаротушения. Установки газового пожаротушения. Установки аэрозольного пожаротушения. Последнее в качестве огнетушащего вещества используют газовую взвесь мелкодисперсного порошка – аэрозоль. Внешне аэрозоль выглядит как очень плотный белый дым. Данное вещество обладает высокой огнетушащей способностью. Принцип формирования аэрозоля основан на процессе сжигания некоторых твердых химических составов. В результате сжигания этих веществ внутри генератора огнетушащего аэрозоля образуется мощная струя смеси газов и твердых микрочастиц, которая заполняет объем защищаемого помещения и гасит пламя. Генераторы огнетушащего аэрозоля относятся к системам так называемого объемного пожаротушения и представляют наибольший интерес с точки зрения применения их на речном и морском транспорте, благодаря целому ряду очевидных преимуществ, среди которых самая низкая удельная стоимость, простота монтажа и обслуживания, экологическая безвредность в рабочей концентрации, возможность работы в широком диапазоне температур, отсутствие коррозийного воздействия на большинство материалов, отсутствие вредного воздействия на озоновый слой Земли. На основании вышесказанного можно констатировать, системы объемного аэрозольного пожаротушения – оптимальный выбор для быстрого и повсеместного внедрения на речном и морском транспорте. Группа компаний «Эпотос» предлагает широкий выбор генераторов огнетушащего аэрозоля и систем пожаротушения, построенных на их базе. Генераторы серии «Допинг».
предназначены для защиты небольших изолированных объемов, аппаратных отсеков, силовых и коммутационных шкафов, отсеков двигателей на различного вида транспорте. Допинги имеют уникальные характеристики температурной, вибрационной, ударной и влагоустойчивости и могут работать в экстремально жестких условиях. Генераторы данной серии поставляются на ряд предприятий Министерства обороны, где они применяются для противопожарной защиты двигательных отсеков бронетанковой техники. Генераторы серии ТОР имеют повышенную мощность генерации и предназначены для защиты стационарных объектов большого объема, а также помещений с высокой степенью негерметичности. В генераторах используется высокоскоростной пиротехнический состав, разработанный специалистами Эпотос. Компания не стоит на месте и постоянно совершенствует свои изделия. Новые разработки ТОР 3500 и его аналог оперативного применения ТОР 2800 – это малогабаритные генераторы огромной мощности, способные каждый защитить от пожара помещение объемом до 100 метров кубических. Генераторы серии ТОР идеально подходят для применения на судах речного флота и защиты таких помещений, как, например, машинное отделение прогулочных теплоходов, транспортных тягачей и грузовых танкеров. Посмотрим, как выглядит в реальных условиях смонтированные на судах системы объемного разольного пожаротушения и проверим, как работает эта система в условиях реального пожара. Данные системы состоят из блока промежуточных реле, оповещателя, генераторов огнетушащего аэрозоля, рассчитывается напрямую от объема защищаемого помещения, и блок управления судовой системой объемного пожаротушения. Данный блок находится в рулевой рубке. Сейчас мы будем проводить огневые испытания данной системы, чтобы подтвердить ее эффективность в борьбе с таким опасным явлением, как пожар. У нас 30 секунд на эвакуацию. Многократные испытания убедительно показали надежность и эффективность работы системы объемного аэрозольного пожаротушения на базе генераторов ТОР. Генераторы ТОР – правильный выбор. Рекомендовано к применению речным регистром Гражданского флота России –